В Хабезе открыли памятную доску ветерану Великой Отечественной войны Хамурзе Асланову. Мероприятие прошло при участии представителей районной администрации, регионального управления Росгвардии и сельских жителей. Подробности у Артура Мхце. Да, мы теперь живем под мирным небом. И нам учебник объясняет, где вы без сна и без воды, без хлеба свой каждый день сражались на войне. В Хабезе вспоминали человека, который в 1939 году был призван на военную службу. С началом Великой Отечественной отстаивал родину в составе 26-го кавалерийского полка. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал от фашистов Киев. В память о заслуженном ветеране Хамурзе Асланове в его родном ауле открыли мемориальную доску. В этот день участие в мероприятии приняли представители районной власти, сотрудники Росгвардии и сельчане. Многие из тех, кто воспитывался на примере Хамурзы Ахмедовича. Один из них – внук Арсен Асланов. Наш дедушка запомнился очень веселым, энергичным, смелым, храбрым. Дал нам воспитание очень хорошее. У него было 7 детей, 6 сыновей и 1 дочка. Они все, у всех есть высшее образование. Мы все стараемся по его, по стопам идти. Я то же самое поступил в Саратовскую военно-медицинскую академию, отучился и дальше служил. Сейчас я работаю военным врачом, также в Росгвардии, и приношу пользу. В годы Великой Отечественной войны из Хабезского района было мобилизовано более 3000 человек. – В память о тех, кого уже нет, в населенных пунктах открыты мемориальные доски. О защитниках Родины вспоминают во время важных дат в российском календаре. Открытие мемориальной доски участнику ВОВ – это дань уважения и благодарность, кого уже нет с нами. Асланов Хамурза Ахмедович был мужественным человеком, не дрогнувшим перед опасностью, лицом к лицу сражавшимся с врагами. Хамурза Асланов был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 2 орденами Красной Звезды, 2 медалями за боевые заслуги. Родные бережно хранят о нем память. Артур Мхце, Зарема Карданова, Вести Карачаево-Черкесия, Хабезский район.